Ну, а теперь обучение этой тройной кроссовки Свеер. Колода нам понадобится самая обычная. Я взял атласные карты. Не знаю, зачем. Но приступим. Для этой тусовки вам нужно уметь тройную тусовку. Давайте я вас обучу быстренько. Снимаем треть колоды. Берем пальцем. Ложим в эту руку. Снимаем еще. Потом вот эту ставим на большой палец. Как показать-то? Так. И хватаем безымянный. Потом среднюю часть в руку ведем. Эту. И это накрываем. Теперь добавляем элемент вверх. Делайте все то же самое до момента, когда у вас, когда вы уже должны ложить. Вы делаете веер одной рукой. Мне не очень это получается. Давайте покажу, как делать. Когда у вас вот так, вы должны держать вот так. Короче, я не знаю, сам. Как-нибудь так, хоп, делайте. Потом я забыл, как называется это движение. Только делайте не так, а когда у вас вот это вот начнет падать, вы совываете сюда веер. Все. Так, как же кинуть? Руку вы вот так крестом. И я советую не кидать вот так прям что-то. Фух. Для начала хотя бы вот так. То есть, кто не умеет веер, ну, только новички, которые начинают, можно вам делать вот так вот. Просто оп, перехватывайте. Так, опять это оп. Извините, подкидайте. Ну, вот такое простенькое обучение, простенькой тусовочки. Ой, запутался. Короче, пока.